Девчонки, всем огромный привет! С вами Ирина Стрэндж, и у нас сегодня снова маникюр. На этот раз на гель-лаке. Гель-лак, который я использовала, это CND HDS 04 номер. Это темно-синий красивый гель-лак. Он потрясающий, в два слоя прекрасно наносится и дает хорошее плотное покрытие. Мне они нравятся, у меня несколько штук хорошие гель-лаки. Девчонки, свое покрытие я забафила, потому что мы сейчас будем использовать втирку. Втирка у нас будет от Beauty Big Bang. Потрясающая голографическая втирка. Вы сейчас ее посмотрите в действии. Также нам понадобится лак для стемпинга. Я возьму Beauty Big Bang черный. Жидкий латекс. Пластина Bond Brite 026, BPL 026. Вот этот вот рисуночек. Штампик Beauty Big Bang, скребочек Beauty Big Bang, девчонки. Уже знаете, девчонки, по традиции наношу жидкую ленту. Хотя у меня здесь гель-лак, но я хочу вам показать еще пару вариантов придумать с использованием втирок маникюры. Кто не видел обзор, ну это, наверное, новые, да, мои зрители, не видели обзор на втирки от Beauty Big Bang, у меня есть это видео, посмотрите, они классные. У меня даже не одно видео. И, девочки, все, кому понравится это видео, обязательно ставьте лайк. Втирку я тоже открывать буду сразу, девчонки. У нее очень мелкий помол. На самом деле, я думала, что ее очень здесь мало, но насколько ее хватает, девочки, делать стемпинг не переделать. Так, что мы сейчас будем делать? Этот рисунок мы сейчас будем переносить с вами на ноготок. Дальше берем нашу втирку и начинаем втирать на лак для стемпинга, девочки. Вот для этого я бафила покрытие, чтобы втирка голографическая не втерлась в покрытие. Смотрите, какая красота. И как это все мерцает, девочки. Это так круто. Сделаем второй ноготь. Вот все наши действия будут одни и те же, девочки. Ноготь я, кстати, вот этот рисунок проваливаю, потому что там тоже линии, и лучше ноготь все-таки провалить. И получается такая, знаете, красотища, просто я не могу, у меня нет слов, когда я сделала. Я сделала уже большой палец, и уже потом решила вам сделать видео. Конечно, это не на каждый день, девочки, но это так красиво. Так, девчонки, продолжаем. Мне очень нравится. Но это, знаете, такой вариант. Или очень-очень летний такой отпускной. Или на какое-то, возможно, мероприятие. Или какую-нибудь тематическую вечеринку. Потому что маникюр получается очень яркий. Но он такой красивый. И напишите мне обязательно в комментариях, хотите еще каких-нибудь таких блестящих маникюров. Я люблю блески, я их просто обожаю. Посмотрите, как это вообще все. Насколько это круто мерцает. Так, девочки, остался мизинчик.
и все. Вообще, я уже давным-давно поняла. Придумайте идею, и все остальное у вас просто пойдет как по маслу, девочки. Просто нужно придумать идею. Когда идея есть, что вам нужно, все остальное уже, знаете, это просто это воплотить. Придумать, как это воплотить, если это что-то сложное. Вот у меня идея еще вчера возникла. Маникюр сделать с стиркой. И мне нужно было воплощение этой идеи. Все. Девочки, я уже без вас покрыла. Сначала кацем, потом мойрой. Мойра дает классный блеск. Кац блеск не дает, но стемпинг не размазывает и защиту стемпингу дает. Девочки, смотрите, какая потрясающая красота получилась. Как это все мерцает, сверкает, переливается. Так круто. Не знаю, это просто круто. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным, интересным и информативным. Жду обязательно вас всех в Инстаграм. Всех целую и обнимаю. До новых встреч!